ЮНЕСКО вступилась за культурное наследие Сирии. На своей сессии в Камбодже 20 июня она включила в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой уничтожения, исторические части сирийских городов Дамаск, Алеппо и Босра, оазис Пальмиру, а также замок крестоносцев Кракда-Шевелье и цитадель Салах-ад-Дина. Цель – защитить памятники, которые еще уцелели и могут быть повреждены в результате боевых действий. За почти два года гражданской войны в Сирии разрушено множество исторических сооружений, включая строения римской, христианской и мусульманской эпох. В частности, уже поврежден старый город в Дамаске. По некоторым данным, большой ущерб нанесен знаменитой мечети Омайядов, великая мечеть в Алеппо, построенной в VIII веке.